Да. У нас в гостях наша слушательница Нина Зудилова. Недавно она вернулась из Парижа, немного волнуется, но мы сейчас ей поможем раскачаться. Саня, доставай. Доброе утро! Доброе утро! Нина, как дела? Всем доброе утро, дела отлично. После Парижа ты в такой погоде. Как там погода, кстати? Погода там была намного теплее, хотя дожди тоже радовали нас каждый день. Были всего там две недели. Была там неделю, да. Недель. Вы французским владеете, нет? Или нет, на английском? Нет. На английском. Хватает недели для того, чтобы обойти все самое-самое? Или все-таки хотелось еще задержаться и поняла, что не все обошли? Ну, для самых ключевых туристических мест недели вполне хватило, если учесть то, что мы каждый день примерно две достопримечательности точно посещали. А жили в Париже? Да, мы жили в центре Парижа. Сами разрабатывали маршрут или это были экскурсии с гидами, все как положено? Да, это были экскурсии с гидами, и, в принципе, советую либо обращаться к гидам, либо брать аудиогиды, потому что все равно это дает полезную информацию, интересную. Ну и вечерами, конечно, свободная программа у нас была. Ну понятно, что есть в каждом путешествии, в каждой такой туристической стране, туристическом городе, как Париж, есть свои обязательные места, они такие, ну, визитные карточки. Но у каждого гостя мы стараемся спрашивать свое личное отношение и выстраивать свой личный гид. Вот что бы ты посоветовала всем нашим слушателям в первую очередь обойти? Самые, вот на твой взгляд, красивые, самые интересные и самые реально важные, а не просто распиаренные места? Ну, во-первых, это, конечно, Эйфелева башня. Когда я в первый раз ее увидела, у меня вообще перехватило дыхание, потому что вот она величественная и прекрасная прямо передо мной. Я советую ей любоваться так. Днем на Эйфелеву башню открывается прекрасный вид с площади Тракадеро, который на другом берегу Сены, а вечером я советую прямо прогуляться перед ней, потому что зажигаются огни, Эйфелева башня вся сияет, горит, и, в общем, это очень романтично и волшебно. Там, наверное, огромная очередь туда подняться, нет? Подняться, да, туда огромная очередь, и мы не стали подниматься, потому что... Это еще и дорого стоит, наверное. Там нет, там, если по лестнице, то бесплатно, кажется, а если пользуешься лифтом, то платишь, да? Или как? Я не знаю, не я даже не подходила к очереди, потому что они там такие гигантские, в перспективе стоять. Боится высоты, наверное. Хорошо. Да, и брелоки с Эйфелевой башней. Не покупайте возле Эйфелевой башни, они там намного дороже. Лучше купите там где-нибудь подальше. Да, да, но эти брелоки продаются по всему Парижу. Да, да, да. Дальше. Возле Эйфелевой башни что-то еще там неподалеку, чтобы географически есть что-то такое? Шон-Зализе. Да, это Елисейские поля. Елисейские поля, но мне они совершенно не понравились. Почему? Не знаю, это говорят, что самое красивое место Парижа, но, по-моему, оно не очень красивое. Ничем не отличается от сибирских полей, да? Нет, ну это как такой парк, ты идешь, и вокруг какие-то статуи. Но, может быть, и летом он очень красивый, но в марте абсолютно никакого впечатления. Но вообще-то я видела фотографии, и кажется, там цветет, как ее, вишня в это время. Или не вишня? У нас ничего нет. Что-то розовое. Не знаю. Ладно, перепутали. Это желуди, ну не важно. Хорошо, Елисейские поля можно пропустить. Дальше. Да, второе место, которое я бы советовала посетить, это сердце Парижа, Нотр-Дам-де-Пари. Попадая внутрь, когда ты видишь вот это творение готической культуры, ты представляешь себя в романе Гюго. И я, когда ходила по Нотр-Даму, прямо думала, что сейчас Квазимодо-то спустится. Там есть какая-нибудь интересная бутафория такая для туристов? Нет, нет. Там... Нет? Инсценировочки никаких не проводят? Нет, такого нет, и даже на экскурсиях не рассказывают. А Гюго почти, ну, просто об архитектуре. И еще я советую от себя посмотреть не на фасад, а еще зайти за здание. Оно, там, оно с той стороны тоже очень красивое и по-другому совершенно смотрится. Вот. Нина, это так? Ну да, в принципе, оно и внутри, и изнутри очень красивое. Что-нибудь запомнилось из истории гида про этот собор? Про Нотр-Дам-де-Пари, ну там очень большая там история. Там просто смотреть глазами, да? Да, нужно смотреть и восхищаться. В общем, так. Третье место — это Латинский квартал, в котором и находится собор.
И Латинский квартал — это очень исторический район. В нем происходили и события, которые описаны в романе «Трех мушкетеров», и находится университет Сорбонна, и Люксембургский сад. А вечером в Латинском квартале открываются бары. Они сконцентрированы все на одной улице, и я тоже советую посетить ночные бары, потому что они очень отличаются от наших, и интересно сравнить. Что так, же? Так, чем они отличаются? Они очень маленькие, во-первых. Каждый барчик — это как... Два столика. Ну, сам не два, три где-то, вот так. И все люди любят танцевать, они приходят туда, чтобы там и потанцевать тоже. И чтобы потанцевать, нужно просто встать из-за своего стола и... Ну, и уже можно танцевать. Тоже тусить. Вот это очень забавно. С кем-то познакомились там? Как там? Какие-то... Пристают французы, короче говоря. Какой контингент людей в барах? Разная публика или в основном молодежь? В основном это молодежь. И в основном это французы. Ну, а теперь Сашин вопрос. Пристают? Нет, не пристают, они очень... Тактичные. Культурные, да. Да. Тактичные. Или у этих на лбу написано, я турист. Я, может быть, мне не встречались, да, может быть, я где-то не там ходил, да, но вот я вот вспоминаю, Нина, это была бы там просто супер красавица. Потому что француженки не очень? Вообще. Да? Ну, француженки мало красятся и скромно одеваются, может быть, поэтому на фоне... Ну так они же не в отпуск приехали, они дома ходят, чем краситься-то? Кому? После рекламы вернемся, продолжим. Сегодня чемоданы наши собраны в Париж, и вот мы уже обошли и Эйфелеву башню, прошли мимо Елисейских полей. Пробежали. И зашли в Латинский квартал и в собор Нотр-Дам. Дальше, Нина Зудилова у нас в гостях, напоминаю, поехали, что еще? Следующее место, два места, которые я бы советовала посетить, это музей импрессионистов Д'Орсе и Лувр. Потому что увидеть знаменитые произведения искусства своими глазами, это, конечно, непередаваемо. Но сразу хочу предупредить, что придется отстоять гигантские очереди в любой из достопримечательностей. Вообще музеи, соборы, вот такие вот исторические достопримечательности дорогие за вход? Много? Нет? Ну так, все было включено в тур, да? Да. Хорошо. Следующее место — это главный парижский универмаг, называется галерея Лафайет. В нем представлены бутики и бренды премиум-сегмента, поэтому если сумочка Dior не входит в список ваших покупок, я все равно советую туда зайти, потому что интерьер торгового центра просто поражает, он сам напоминает произведение искусства. Будет чем засорить Инстаграм. Чисто позырить. Походить, поглазеть. Очень красиво там. Следующее — это набережная Сена. Я вообще советую почти все свои передвижения превратить в пешие прогулки, потому что все достопримечательности... Тем более там все рядом же. Да, сконцентрированы все близко, поэтому добраться до них не составляет труда. Ну, а прогулки — это еще одна возможность полюбоваться видами. Вечером по Сене погулять. Ну, вообще, в принципе, архитектура красивая, потому что очень много слышала, когда люди забираются на Эйфелеву башню, смотрят вниз, а там серый город просто такой, типа, да, некрасиво. Домики красивые? Там очень красиво, весь город в бежевых тонах. Там такая изящная архитектура, старинные бульвары, и мне прям очень понравилось, я влюбилась в Париж. И к берегу Сены? Так, ну вот мы погуляли по Сене и пошли к Монмартру. Это очень колоритный район, 130-метровый холм, где в свое время творили такие художники, как Ренуар, Пикассо, Ван Гог, Моне. И вот эти пейзажи, которые у них написаны, можно там посмотреть? Нет. Нет? Нет. Просто это вот холм, который вдохновлял, где они жили и где развлекались, кстати, тоже, потому что на Монмартре знаменитое кабаре Мулен Руж. И вот художники, писатели частенько там бывали. Сама была в Мулен Руж? Нет. Нет, пошла. А зачем? Дальше. Мулен Руж в эту программу не входил, может быть, в следующий раз. Следующее место — это Фонтенбло. Это город, который находится в 60 километров от Парижа, и Фонтенбло известен своим ренессансным дворцом и лесом. Вообще дворец был резиденцией многих правителей Франции, и они украшали многочисленные комнаты в своем стиле. Например, одна галерея Франциска I выполнена в стиле маньеризма, а покои Наполеона, наоборот, очень сдержанные. И вот интересно ходить и рассматривать, что каждый правитель... В одном месте все разное такое, да? Да, и каждый правитель что-то свое вносил. Например, один украсил бальный зал инициалами своей
Пасси, и там везде можно ее найти, знаки, символы. Вот, очень интересно. Вот это любовь. Да. Когда ты приезжаешь в Париж, а там имечко твое везде. Любовь — это хорошо. Что поесть? Подожди, дойдем еще. Еще места остались? Да, еще два места. Это Диснейленд, конечно же. Независимо от возраста, я... Советую всем. Да, советую всем, потому что окунуться в сказку стоит всем. Диснейленд очень аккуратный, милый и на самом деле волшебный. Но куча народу, да? Там везде куча народу, во всем Париже. Но это меня не смущало, например. В общем, в Диснейленде такие очень милые улочки, как будто из мультфильмов, и атмосферные аттракционы. Но в нашей группе были любители ощущений поострее, они пошли в парк соседний Walt Disney Studio. И в один билет входит посещение двух парков, поэтому... То есть там разделено на такие, на какие-то зоны, да? Что-то поэкстремальнее, что-то попроще? Вообще Диснейленд — это огромный парк. Там есть как раз Диснейленд парк, где вот эти известные мультики, сказки, принцессы, сказки, да. Соседний Walt Disney Studio парк — это фильмы и мультфильмы, которые более позже были, там аттракционы. И еще там поле есть для гольфа, есть кинотеатр прямо на территории Диснейленда. Корабль пиратский. Они там свои мультики крутят. Mm-hmm. Круто. Да, то огромный парк, и одного дня, конечно, не хватило, чтобы все обойти. Ну и последнее место — это район Дефанс. Это современный деловой центр Парижа. Там есть впечатляющие модернистские небоскребы, причудливые арки, причудливые статуи и большая арка Дефанс. Это современный вариант Триумфальной арки. Ну, а теперь по-быстрому про кухню и про какие-то советы о том, как сэкономить, на чем и чего делать, чего не делать. В Париже все очень дорого, и сэкономить не получится почти никак. Потому что даже в кафе самообслуживания блюдо стоит от 10 евро. Угу. Ну, то есть это довольно дороговато. Так, про кухню. Что вкусного ела? Вкусного. Во французской кухне можно попробовать луковый суп известный. И каждый день мы ели сыр, вино и круассаны. Вот это... Животик не болит? Сыр ела каждый день. Там очень вкусные сыры, и достойные продукты можно найти даже в супермаркете. Вот, и... А что касается десертов? Ну, из десертов там популярные макароны, угу. Ну и круассаны. Вкусняшка. Да, очень вкусно. В целом, оценкой по пятибалльной шкале французской кухни? Ну, на четверку. Да? Хорошо, поехали дальше. Спасибо, Нина, что пришла. С тебя забавная история, как со всех гостей напоследок что-то смешное из жизни, настоящей истории. И футболка из Парижа. Наглый какой-то. Вот хотела вернуться к Диснейленду, рассказать, что туда я вообще не хотела брать денег, потому что билет все включено, все аттракционы, входы. Но когда я пришла в один из магазинов, все, глаза разбежались, я захотела все, и кружку, и с красавицей, и чудовищем. Побежала занимать. Да, и я на самом деле закупилась в Диснейленде, поэтому берите деньги сюда. Девчонки такие, девчонки. Вот такие лайфхаки. Нин Зудило была у нас в гостях. Спасибо. Спасибо. Я думала, ты пошла в это.